Сегодня вот 19 марта. Мы приехали в Дзержинский карьер на подушечку. Отрабатывать трючки, потом ставить их с трампика. Здесь есть перилка, пирамида, еще перилка. Подъемничек работает. Разминайся, разминайся. Так хорошо, прям сейчас надуто. Первый пошел. Вот наша любимая соль. Будем солить трамплинчик. Для тех, кто не в теме, когда подтапливает трамплин, остается такая клея. И чтобы вы не проваливались, надо его посолить, тогда он станет жестким. Но будь аккуратней, очень хорошо ускоряет. Он такой ледянистый становится. Пинч! Воу! Вот это безалкогольный процесс.